26 декабря должен был состояться очередной райсовет, но даже половина народных избранников не присутствовала на последнем в уходящем году заседании. Что хотели доказать депутаты? Свое нежелание работать под председательством Александра Вихарева? И почему 18 депутатов не могут уже несколько заседаний подряд наладить конструктивную работу совета? Вопросы, как нам кажется, риторические. На заседании присутствует 7 депутатов из 18 избранных, констатировал Александр Вихарев. В связи с отсутствием кворума председатель даже не смог открыть очередную сессию. А вопросы на повестке дня были достаточно злободневны. Внесение изменений в устав муниципалитета, утверждение положения комиссии по делам несовершеннолетних и результаты рассмотрения инициативы горсовета по формированию представительного органа. После того, как прессу попросили покинуть зал, депутаты обсудили дальнейшие планы своей работы. Дата следующей сессии так и не была назначена.